Так за что задержаны? Поясните, пожалуйста. Ну, убил человек. Кого? Вместе работали. Горло приставил нож. Приставил или воткнул? Просто приставил вот так вот. И что произошло? Кровь хлынула и все. А дальше, как в той сказке, стал убирать следы. После этого была грязь, я пошел на речку, выкинул его телефон, ботинки, куртку, все это вместе.